короче, тогда вот напиши автор, Гришковец, собака, mail, это кто отвечает? Мы, там можно узнать информацию. Там жена отвечает. Нет. Боже упаси. С какой стати? Моя жена будет кому-то отвечать. Ну что? Я за нас обоих отвечу. А чем вы занимаетесь? Жена занимается детьми. А что для вас любовь? Любовь? Нет, это долго. У меня нет универсального ответа. Ни у кого нет универсального ответа. Есть разный набор формулировок, но это самое главное. Ну, то есть, что это в смысле? А с бигудями будет проект такой? С бигудями проект будет, только бигуди, вы знаете, не склоняется. Ну вот, в октябре выйдет новый альбом. Это я вам обещаю, мы твердо уже намечены. Уже записаны 5 вещей. И остальные 5 мы еще допишем, но они уже в работе. И альбом будет очень отличаться от предыдущих, по той причине, что там довольно будет много петь Максим, лидер бигуди, и там будут припевы на английском языке, и куплеты будут, ну, то, что я, поскольку петь не умею, буду говорить. А Алена останется? Алена останется. Шикарно. 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 Могу передать ей записку. А вы можете назвать 10 своих любимых фильмов? Сколько? Нет, ну что, вы же пришли от газеты какой-то, да? Да, журнал «Кампус» студенческий. Мы у вас брали интервью. Так вот, давайте мы лучше встретимся отдельно, потому что, ну как я 10 Хорошо. Фильмов? Почему здесь 10 фильмов? Хорошо. Давай, мы сейчас, да, давайте. Весь магазин. Да, давайте так сделаем. Начнем подписывать, я ответил по-быстрому. Если у вас какие-то короткие вопросы будут, вот, когда будете подходить, значит так, я никуда не уйду, пока не подпишу всем. У меня есть только одна просьба, давайте инструкцию, послушайте инструкцию. Нужно держать книжку, когда вы подходите, следующим образом, вот на этой страничке открытой, чтобы я ее не листал, не тратил время. Те, кто были уже у меня на автограф-сессиях, знают, что у меня есть где-то с десяток клише. Ну, 2 десятка клише. И, конечно, эти клише, ну, если вы просто попросите от меня написать просто такую вот закорючку, которая является моим автографом, да, я вам буду искренне благодарен, потому что вы сэкономите и время, и силы. Потому что, ну, что вам, ну, там, я напишу, там, Антону от Евгения, как будто мы с вами давно знакомы. Ну, мы недавно, или там, Ангелине от, там, ну, вот, ну, это, понятно. Вот сам автограф, я знаю, я брал автограф у нескольких писателей. Я брал автограф у Василия Искандера, брал автограф у Аксенова. Я понимаю, что вот эти книжки, которые у меня лежат с их автографами, а там они поставили просто свои закорючки. Это уже какое-то прикосновение, эта книжка становится более живой. А то, что там написано, некое пожелание, оно в известной степени формально. Но если вы подписываете там, ну, я знаю, бывает так, знаете, подходит. Вы знаете, я папе хочу подписать, я приехал из Ярославля, хочу подписать, или там маме, или там другу. Я все подпишу, как вы хотите. Но если вы просто попросите меня постоянно ставить свою закорючку, я вам буду искренне благодарен за то, что вы просто поберегли мои силы и время еще остальных людей. Вот. Да. Вот. Но всем подпишу все то, что хотите. И никуда не уйду, пока всем все не подпишу. Поэтому те, кто поближе, подходите. А те, кто подальше, можете пока посмотреть то, что продается в магазине, вы не бойтесь, я не сбегу. Вот. Спасибо, что пришли. Для меня это большое событие. 2 года у меня не было на руке. Вот, теперь есть. Ну что, поехали. За корючку. Тут физика, а тут археолог. Физика. Вы как раз физики. Я пойду к Риме. А тут археолог. Спасибо. 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 Спасибо.
Спасибо большое. Здравствуйте. Хорошо. Это с днем рождения в общем делается, просто пожелаю. Хорошо, да. Можешь тебя убивать. Сказать ему, приди, мы спасибо. Ты специально? Нет.